где уж знать вам, кто я такая. Но однажды вечером в порту, заслышав крики, что за крик любопытствует народ, и забывши напрочь о своих стаканах, улыбнусь им во весь я рот. И корабль с парусами, с полусотней орудий к нам в гавань зайдет. Говорят мне про три, протираю стакан, дали пени, беру его. Я хватаю белье и кладу на кровать, столько ночью никто не сможет здесь спать. Вы не знаете ничего, вы не знаете ничего. Но когда вечером начнется суета, люди спросят, из-за чего она. И тогда я недоброй улыбкой улыбнусь и всем из окна. И корабль с парусами, с полусотней орудий, даст по городу залп. У трактира не затихнут до рассвета, черуха все снаряды отвела. Скажут все поутру, меня увидев, неужели она тут жила? И корабль с парусами, с полусотней орудий, скинет в небо свой флаг, флаг. Кого же казнить нам теперь? Будет в этот полдень по-особенному тихо, когда спросят, так кого казнить? И они услышат, как отвечу всех, а как голову отрубят, крикну: опля! И корабль меня прочь.